На первом этапе разыграют 133 лота. Право заключить договор аренды получит тот, кто даст самую высокую цену. На торги заявились 169 участников. Второй этап пройдет 7 мая. К еще двум этапам идет подготовка. Их дату также официально объявят. Всего в этом году муниципалитет выделил участки под размещение 270 нестационарных объектов. На 130 меньше, чем в прошлом году. Больше всего такие изменения коснулись пляжей, а также курортной зоны. Все оставлено, но в разумных пределах. То есть, если на пляжных территориях, это на сегодняшний день там будет всего 30 точек под размещение напитков и мороженого. Причем мороженое будет в промоупаковке. Другой торговли на пляжах не будет. На пляжных территориях должны быть места для отдыха. И мы обеспечиваем только лишь питьевой режим для наших гостей. Также набережная у нас очищена от всех, то есть не будет никаких прокатов, не будет никакой реализации незаконной каких-то продуктов питания, чтобы гости наши наслаждались отдыхом, а не торговыми рядами.